Ни для кого не секрет, что периодически я провожу тест инструмента или материала. И, конечно, тестирую я все это на том, кого не жалко. А сегодня у меня вот такие вот ножнички с изогнутыми лезвиями. Это новый продукт от Nippon Nippers. А не жалко мне, конечно же, моего Антона. Если кто не знает, Антон — это мой муж, которому постоянно что-то достается. Честно признаюсь, я никогда не работала ножничками, у которых так загнуты кончики. Я не работаю в этой технике, но решила, почему бы и не попробовать, поскольку один достаточно известный бренд инструмента с такими изогнутыми кончиками ушел с рынка, не будем называть его имя. Ну, а остались мастера, те, которые работали исключительно в этой технике, а так как я люблю вообще работать разными инструментами, считаю, что мастер должен уметь все, я решила, почему бы и не протестить такие необычные ножницы с загнутым кончиком. Поговаривают, что ими делать срез удобнее, но так как я привыкла резать более прямым лезвием, конечно, у меня это получилось с трудом, не с первого раза, но тем не менее считаю, что результат неплохой, учитывая, что у нас как исходник была еще очень налипшая кутикула, это видно по безымянному пальцу, с Антоном крайне тяжело работать в плане на кутикулы и аппаратной обработки, но тем не менее ножницы, на мой взгляд, справились, поэтому всем любителям той самой модели с загнутыми кончиками посвящается. Ссылку на инструмент я постараюсь оставить под видео. Я пойду проверю сейчас на сайте, вообще они у них есть. По-моему, должны быть. Ну, в общем, если кому нужно, можете заказывать и ни за что не переживать. Тут останется только зашлифовать срез, и все будет просто прекрасно. Пока-пока!